За окном осень, хочется чего-то согревающего. Клюквенный чай с вкусным манящим ароматом отлично с этим справится. Не только согреет, но и укрепит иммунитет. Для этого мы возьмем емкость для заваривания. Кладем немного цельной ягоды клюквы, остальную мнем, чтобы пустила свой сок, горсть мяты, 3 дольки лимона, натуральный домашний мед, который считается пищей богов из-за своих уникальных полезных свойств. Заливаем кипятком. Перемешиваем. И даем настояться. Процеживаем и согреваемся, наслаждаясь вкусным ароматным чаем. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и до новых встреч! Готовьте с любовью!